никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло, то танки и пехота СВА... Come on.
Chiếc
Стой! Дубай стала одним из самых страшных мест для армии США. В течение всего лишь нескольких часов чудесный ландшафт превратился в кровавое поле боя, на котором танки СВА рассеяли американских солдат и техник. В районе долины Дубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии.